Это растение томата, которое вырастил Руслан. Руслан, у которого есть YouTube-канал «Тепличный бизнес». Внизу под видео будет ссылка на его канал. И где-то здесь, если у меня получится, появится подсказка. Сегодня я расскажу, как происходит пикировка растений с кассеты 160, какие нужны условия, когда поливать и как происходит полив. Так что смотрим далее сам процесс. Растения растут в кассете 160. Они были на досветке, температурный режим выращивания рассады был 20 днем, 18-17 ночью. Аккуратно эти растения достают с кассеты, поддевая снизу, помещают в такие вот стаканчики. Это стаканчик 400 или пол-литровый. Заранее здесь сделали отверстие для дренажа. В эти стаканчики набили торфом, пролили этот торф, добавили перлита в торф, сделали отверстие простым колышком, который делает максимально глубокое отверстие. Заглубляют по семядольные листочки, тоже вот видно, как их посадили. И потом подсыпается уже сухим торфом, в котором есть перлит. Вот эти белые штучки, это перлит, который будет держать влагу чуть-чуть лучше, чем торф. Выставляются в такие ящички. Ящички, они тут 12 стаканчиков. Ящики эти выставляются на поддоны, чтобы не стояло на голой почве и, опять же, была вентиляция. Плюс потом будут включаться лампы досветки. Лампы используются в 600 ватт. Высота над растениями 1,30 м, 1,40 м. Температура 20 градусов, влажность 60%. Температура здесь поддерживается благодаря котлу, который твердотопливный, и теплообменник — это вот такие вулканы, которые называют, ну, мы называем их вулканы, это ревентон, то есть радиатор, в котором есть горячая жидкость, вода, вентилятор сзади, и он время от времени включается, нагоняя температуру, и, что самое классное, подсушивая воздух. Более сухой воздух стимулирует лист испарять больше влаги, а чем больше лист влаги испаряет, тем больше нужно корню качать. Вследствие растет больше в размерах корень, а наша цель, чтобы корень был максимально большой. Это помогает все сделать. Плюс сухой воздух — это плохие условия для развития заболеваний.